Всем привет, с вами Комаров Виталий. И сегодня бы я хотел вот обсудить такую вещь, как у нас люди маски носят. Вот вообще, как вот в моем понимании, маска — это такое техническое решение, которое производится в специальных условиях. Она требует к себе, как говорится, специального отношения, специального поведения, условий хранения и все такое. Сказать, если кто-то мне не верит, почитайте любой медицинский справочник, и что означает эта медицинская маска. Вот представьте себе, я разговариваю с человеком, да, он мне доказывает, что маску нужно носить, да? И он мне заявляет, а я вот маску вот ношу с первой там ковидной и до сих пор вот его вторую. А я вот на него смотрю, да, и сквозь маску я вижу, как у него губы шевелятся. То есть маска аж стала прозрачной. Я ничего не говорю, может быть, что-то там где-то что-то врут, может быть, где-то что-то не врут, мне как. Но само вот это вот отношение к маске и отношение ко всему этому, это просто вот в голову не помещается. Другой же случай. Женщина заходит с маленьким ребенком в магазин, да, маска только на ней одна. И с нее просят, чтобы ребенок тоже был в маске. Она берет со стола вот эти вот бесплатные маски, это салфетка вот такая вот, да, разрезанная для ухов, и одеваешь, и вперед. Вот, она примеряет эту маску на ребенка, она ей слишком большая. Так что она делает? Она берет свою маску, снимает, одевает на своего ребенка, а эту маску на себя. Вот, я не знаю, вот медики, вы же тоже смотрите YouTube, вы мне скажите, это что, правильно? Это что, вообще это допустимо так? Или как это? Это вот в моем понимании, чем такой вот бардак, да, во всем этом, лучше их вообще не носите. Это любой медик скажет. Идут в магазин, да, маска лежит в кармане, достают ее оттуда. Вот то, что даже вот если даже новая маска, которая полежала в кармане, достать ее оттуда, нацепить себе на мордень и пойти за покупкой. Это что, правильно, что ли? Я да, понимаю, не верю всему этому, но организуйте вы это как-то нормально, пускай организуют это все как-то нормально, пускай будут действительно бесплатные нормальные маски, а не вот эта вот салфеточка, которая не знаю что, не знаю для чего, которыми положено руки вытирать, а мы это все на мордень свою натягиваем. Я вот это смотрю, бардак такой, ну это просто ужас. Такого быть не должно. Вот чисто взять вот медицинский справочник, да, и почитать его. Вот такого отношения к маскам просто в априори, вот просто никак не должно быть. Маска, это мало, она имеет свои ресурсы. Некоторые маски имеют свои пропитки. У них должно быть определенное количество слоев. И вот это вот все, да, вот раз в карман и в магазин. В магазин подошел, на себя напялил. Все, ты всех обезопасил, сам себя обезопасил, других ты обезопасил, все четко. Вот меня удивляет вот эта вот тупая носка этих масок, вот чисто для отчетности. У нас маски стирают, господи, как вот, медики, отпишитесь мне, как можно медицинскую маску постирать? Вообще это возможно, нет? Вы посмотрите, забейте видео, да, производство масок. Есть заводы, которые производят маски в специальных условиях, да, заводы, которые предназначены для этих производств масок. Да, и тот же рядом видео, завод по производству, или фабрика, что ли, что там, фабрику по производству фуфаек, переоборудовали под производство масок. Это что, нормально? И получается то, что каждый у нас вот, чисто для отчетности напяливает на себя маску. Нам каждому самому на себя наплевать, да? Мы одеваем только маску из-за того, чтобы не наказали продавца. Но мы эту маску несем в кармане. Мы с себя маску снимаем и одеваем ее на другого. Мало того, что на другого, на ребенка одеваем. Вы мне скажите, это что, нормально? Это разве должно быть такое?
Мы сейчас маски носим для того, чтобы не наказали продавцов. Вот так. А вот может ли это что-то обезопасить от кого-то, от чего-то, я вот лично сомневаюсь, потому что взять, напялить маску, хрен знает откуда. Но это то же самое взять, их сейчас много валяется, возьми, подойди, подбери, одень. Вот этот дебилизм, меня он просто-напросто поражает. В других как-то странах, нормальных, человеческих, где людям относятся как к людям, а не как у нас, как к бледям. В нормальных странах стоят автоматы, которые выдают бесплатно эти маски. Сделайте у нас так. Вам что, это дорого, что ли? В Магнит, в Пятерочку заходишь, там вот эти вот салфеточки надрезанные на тебе. Они еще умудряются их запаковывать в какие-то там пакеты. Что это за такое-то, которое к лицу она не прилегает. Она, чем она обработана, неизвестно, с чего она сделана. Хрен знает что. Я не знаю, может быть, я один вопрос такой поднимаю. Как вы считаете, скажите, нормально ли это? Все. Меня вот интересует вопрос, что... Как вот на этот вопрос, вот о чем я сейчас говорю, ответят медики, да? Я, конечно, понимаю, да, ситуация такая тяжелая, да, все это страшно. А вот стоит ли так вот маски носить вообще? Может быть, их вообще не стоит носить, чем носить вот так вот? Ответьте мне. У меня, честно говоря, возмущение вот так вот аж зашкаливает. Меня аж прям комок в горло подстает. Так что жду ваших комментариев. Что вы на это скажете? Мне очень интересно. Покедова.